Зачем ты переоделся? Чем? Зачем ты переоделся, фашист? Почему? Зачем ты переоделся? Отстань! Спасайтесь! Фашисты нас окружили! Спасайтесь! Назад! Назад! Зачем вы переоделись, фашисты? Я все равно вас всех узнаю! Зачем переоделись? Убью! Всех убью! Чуть панику не устроил, паскуда. Заберите его. Лейтенант, ты контуженный, что ли? Никак нет. Лейтенант Агарков назначен офицером связи 114-ю дивизию. Оружие есть? Есть. Вот. Заряжен? Так точно. Заряжен. А чего не стрелял? Почему на дороге почти нет воронок от снарядов? Почему? Приказ у фрица. Дороги и шоссе не бомбить. Потом, мол, они сами по ним пойдут. Товарищи офицеры, вы должны немедленно выехать в свои дивизии и доставить боевой приказ.
Сейчас от каждого из вас зависят тысячи, даже десятки тысяч жизней. Агарков! Агарков! Наши дивизии по соседству, так что до хутора Павловского едем вместе. Ща. Я коня. Ща. Как звать-то? Сергей. Почему без ординарца, Сергей? Я не знаю, не дали. Не дали? Разве офицер связи может быть без ординарца? Вот стрясется бы что-нибудь по дороге. Кто тебе поможет, а? И начальству доложить. Дальше сам. Тебе направо. Бывай. Ага. Знаете, где 341-я дивизия? Какая к черту дивизия? Немцы прорвали оборону. Уезжайте отсюда. Глубже, глубже окапываемся, не филони. Я офицер связи. У меня приказ, я должен доставить его в дивизию. Вот, смотрите. Мы находимся здесь. Немцы прорвались здесь. Дивизия, которая вам нужна, находится в этом районе. Ой, ничего, приема сказать не могу. Белоусов, и три той. Я сказал тебе левее, ну вот направление. Есть. Ветки сюда несите. Крепите станины. Танки справа! Разворачивай орудие! Навалить головной! Занять позиции! Прицел 20! Заряд! Бронебойным! Заряжай! Ну чего разлеглись? Давай, мать вашу!
Фамилия, имя, отчество? Агарков Сергей Леонидович. Возраст? 20 лет. Звание? Лейтенант. Должность? Офицер связи при штабе армии. Образование? Десятилетка и военно-химическое училище. Вы знали, какой приказ везете в дивизию? Да. Я спрашиваю о его содержании. Вы знали содержание приказа? Так точно. Тогда почему вы его не доставили? Не, я не смог к ним пробиться. Там были танки, много немецких танков. А дивизия, наверное, отошла за реку. Я не знаю. А я не смог к ним пробиться. А кто был ваш отец, Агарков? Почему был? Он есть. Он инженер на заводе в Горьком. Почему был? С лейтенантом Агарковым мы расстались возле хутора Павловского. Как он себя вел по дороге? Дрейфил немного. Только я думал, что это от неопытности. Молод еще. А вам-то сколько лет? 22 года. Ему еще ординарца не дали. Все равно сдрейфил. Ведь рядом со штабом дивизии был. Сегодня ночью противник прорвал нашу оборону сразу в нескольких местах. Отступление осложняется потерей коммуникации. В связи с этим во все дивизии были отправлены приказы по передислокации. Что касается 341-й дивизии, судя по всему, мы ее потеряли. Рассмотрев материалы следствия и выслушав объяснения обвиняемого и свидетелей, военный трибунал постановил за проявленную трусость, дезертирство и измену присяги приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Агаркова Сергея Леонидовича согласно статье 193 пункт 2 к высшей мере наказания расстрелу. Рядовой Джурабаев, снимите с осужденного знаки различия. Давай на выход. Давай, давай, чего копаешься? Шинель-то сними. Зачем она тебе? О, гляньте. Товарищ лейтенант, а может и этого заодно? Успеешь еще. Руки за спину. Пошел. Пошел. Заходи.
Сергей, открой. Открой, мне надо сказать. Эй, открой. Мне надо им все объяснить. Эй! Эй, ну открой! Открой, мне надо объяснить! Открой, мне надо объяснить! Все, открой! Ты не имеешь прав. Я советский человек. Слышишь ты? Эй, браток, ты тут, а? Стой, кто идет? Товарищ часовой, мне надо вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала. Разводящий надо? Разводящий сейчас при штабе в деревне. Вы что, меня не знаете? Разводящий надо? Идиот, истукан какой-то. А, это у нас такой. Родную мать не пропустит. Я правильно говорю, Джураваев? Мне надо вручить вам копию приговора. Вот, держите. И распишитесь, пожалуйста, в получении. Тут. Спасибо. Слушайте, вы не переживайте. Еще надежда есть, потому что утвердить должен военный совет. Без его утверждения нельзя. Вы, может, письмо хотите написать? Я отправлю. Осужденному я харчей не привез, так как думал, что его уже или вот-вот. Журабаев. А, Журабаев, а тебе ботинки не жмут? Нет. Ну смотри, а то я мог бы похлопотать, новые бы дали. Нет. Приговор должен быть утвержден военным советом в штабе армии. Вы слышите? Если с этим человеком хоть что-нибудь случится, отвечать будете вы. Вот видишь, Журабаев, какую ты себе репутацию своим безрадостным поведением заработал. Иди. Вечером тебе привезу смену. Береги осужденного, как зеницу ока. Понял? Пошел, Светочка. Садитесь. Он всего лишь часовой. Вот такой возьмет и убьет. С такого останется. Да вы что? А знаете, я все время за вас переживаю. Вам, девушкам, нельзя здесь находиться. На войне, понимаете? Это война такая штука. Вот возьмут и убьют. И даже не посмотрят, что вы, девушка. Фашисты ведь, понимаете?
Выходи. Иди. Иди. Стой. Уже! Уходим! Hast du dir selbst eingebrochen? Verrecke. Дай винтовку. Нет. Дай винтовку. Нет, нельзя. Я его застрелю. Soll weggeschaffen werden, meine Herren. Уходим. Уходим. Поспи ты уже. Я никуда не сбегу, обещаю. Чего ты молчишь? Потому что ты враг. Агарков,
Стоять! Винтовку опусти! Кто такие? Документы. Тоже из окружения убираетесь? Пойдете под мою команду? Нет, нельзя. Почему? У меня приказ, штаба армии надо. Почему? Вот носороги и то больше соображают. Почему нельзя было пойти с капитаном? Вот никто же не просил меня отпускать. Мы могли просто пойти с капитаном. Точно так же, по точно такой же дороге. Вдвоем, под дождем, но с капитаном, который знает, куда идти, и как идти, и зачем. Это же последнему дураку понятно, что штаб армии не в окружении. Или тебе непонятно? Чего ты молчишь-то, а? Ты хоть понимаешь, что я тебе говорю? Давай, давай, молчи. Молчи, дубина. Я тебя все равно сбегу, понял? По башке тебе дам и сбегу, и винтовку твою заберу. Заходи. Давай, давай, конечно, сейчас посидим, немцев подождем. Закрывай, давай, давай, закрывай. Закрывай, что из сарая, что ли? Сейчас уснешь, и я сбегу, понял? Подкоп вырую из губы или через крышу. А, на засов! Давай, давай, закрывай! Хоть гвоздями меня заколоти, бревна притащи, забаррикадируй тут все. Я все равно бегу. Рот искать надо. А давай вплавь. Нет. Ты плавать, что ли, не умеешь? Нет.
Серьезно? Ты плавать не умеешь? Он говорит, спорим, ты Волгу не переплывешь. Я говорю, спорим. Через час я уже был на той стороне. Через час. А это Волга. Это не какая-то там Сильва. Это Стой. Волга. А знаешь, сколько Волга? Тихо. Зачем убьем? Мамка сказала, немцы придут, убьют, свои тоже. А ты ее здесь прячешь? Негде больше. А здесь есть брод? Нет брода, там мост был за луговой, немцы взорвали. И лодки нет? Плот есть. Плот? Покажешь? А вот правда свои? Правда. Может, тогда летчика с собой возьмете? Он в голову и в ноги раненый. Мы ему перевязку сделали. Вернее, Нинка сделала. У ней мамка медичка. Она знает как. Давно вы его нашли? Да уж 3 дня как. Он в первый день сильно стонал. Думали, все, помрет. Мамка говорит, что если его немцы тут и найдут, нас всех сразу и укокошат. Помоги мне. Вдвоем на этом плато никак. Мы с Мишкой пробовали вдвоем. Но сразу переворачивались. Знаете, как надо? Как? Надо вот, чтобы один на плоту, а другой рядом был, держался. Тогда нормально. Я сейчас. Так. Смотри, вот как сделаем. Я сейчас летчика. На тот берег отвезу. Там оставлю и вернусь за тобой. И мы уже вместе поплывем. Да? Давай. Ты чё? А? Боишься, что сбегу? Ладно, смотри, за часы деда моего, сам дорогой, что у меня есть. На, читай. Ну, читай, там написано, Агарков, это мой дед. Держи. Все, давай. Ты че? Ты тоже? Да я, может, и сбежал бы, только как я без тебя его там дотащу? Ты это-то понимаешь? Или ты думаешь, я его там брошу, да? Ты чё? Ты думаешь, я его там брошу, да? Ну, говори. Ну, отвечай! Thank you.
Мицвой, да? Мицвой. Течение снесло. Да. Стой! Свои! 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 Мужики! Мужики! Стоять! Руки! Мужики! Я свой! Я свой! Мужики, там у нас летчик раненый. Держи там. А ваш-то совсем плохой. Уже и не стонет. Сейчас кто может держать оружие в бой? Выполнять! У меня свой приказ. Прорвать кольцо окружения и вывести людей с минимальными потерями. Нельзя штаб армии. Да что ж ты заладил-то как чулдон? Штаб армии там в тылу, а здесь я командую. И каждый, кто может держать оружие, завтра пойдет в бой. Товарищ мой. Отставить! Смирно! Согласно директиве 260. Вы со своим арестантом поступаете в мое распоряжение. До выхода из окружения. А потом иди на все четыре стороны. Вам все ясно, рядовой? Так точно. Готовят. Сказали, гангрена началась. Над ноги ампутируют. Будешь курить? Да, не курю. А я курю. Ты комсомолец был? Да. Иди. Оружие сам брать надо. Окружение выходить буду. Иди. Иди.
На, держи, боец. Ремень, пилотка. Распишись. Слушай, вот здесь? Вот здесь. А тебе нет сапог? Сапог нету. Портянки есть, пуговицы есть. Надо? Нет. Ну тогда извини, браток. Товарищ старшина. Пять, шесть. А хорошие у тебя часы? Нравится? Да. Трофейные. Коллекционируешь? Ну а что, имею право. Так. Наступны. А мне со дна пожиже, землячок. Одну люзмаха мне хочешь? Пойшов. Наступны. А что это у тебя с обувью, боец? Ты как вот в этом в атаку пойдешь, а? Или ты в атаке не ходок? А ну-ка, живо в интендантскую палатку топай. Там как раз твоего размера пару сапог осталось. Бегом! Нас в третью роту распределили. Выдвигаемся скоро. Сейчас, сапоги получить надо. Сейчас. Парень, это ты сегодня летчика в лазарет сдал? Да. Можно я у него парашют возьму? Он все равно весь рваный в крови. Ну, начнется у него и спросишь. Так он это, того. Как очухался после операции, увидел, что ног нету. Так и пулю в рот. Две шеренги! Становись! Строимся! Живей, живей! Так это, чего там с парашютом-то? С парашютом-то, говорю, чего? Быстрее, быстрее давай! Живей! Живей! Смирно! Направо! Шагом марш! Землячок, чего лежишь-то? Так бьют же! Ну что убьют, на то и война. Давай, вставай. Бьют.
А лежать будешь, точно убьют. На ходу-то труднее в нас попасть. Давай вставай, давай. Бьют. Вот видишь, я встаю. Ну и ты вставай. Заряжай! Огонь! Снайпер! Вперед, ребята! Ты живой? Не хватало еще, чтоб приговор советского трибунала в исполнение привел Фриц. На фоне боевой машины. Очень хорошо. Чуть-чуть назад. Левее. Ага. Приготовились. Внимание. Улыбаемся. Улыбаемся. Есть. Как газета выйдет, я вам фотографию пришлю. Спасибо. Крепко повоевали, а, товарищ капитан? Да уж. Мы бесстрашные люди. Мы бесстрашные люди с тобой, Джурабай. А ты знаешь, что все, кто из окружения вышел, к награду представили? А... Ты чё, Джурабай? Ну? Штаба армии надо.
Огарков? Огарков? Ты писать можешь? Чего писать? Письмо можешь писать? Куда? Что, парни? Ждите, скоро будем. Нет. Домой надо писать. Маме. Чего писать? Напиши. Немец своей. Ведь она и так знает. С войны надо героическое что-нибудь писать. Какое? Героическое. Давай напишем, что ты конвоир. Как? Конвоир. Конвоируешь меня, выполняешь ответственный приказ. Нет, плохо подумают. Не фронт, а тюрьма служу. Потому что надо не матери писать, а отцу отец поймет. Отец погиб. На фронте. Еще 41-м. Клязьма. Напиши про степь. Что? Тут степь. Совсем похоже, как дом. Степь и ветер. Лейтенант Присяжнюк, комендатура города. Ваши документы. А я вам повторяю, рядовой Журабай, можете быть свободны. Отправляйтесь в свою часть. Нельзя часть, у меня приказ. Штаб армии надо. Да не морочьте мне голову, у меня своих дел по горло. Товарищ комендант, надо бумагу военный трибунал подписать. Рядовой Журабай, я вам еще раз повторяю, вы сделали свое дело, идите. Товарищ комендант, нельзя так, у меня приказ. В условиях военного времени я могу решать такие вопросы самостоятельно. Ясно? Ищенко!
Проводите рядового на выход. Сиди, бабка, сиди. Все. Я вас вызову! Некогда мне! Строится! Приготовились! Заряжай! Целься! Огарка! Огарка! Отставить! Товарищ лейтенант, Огарков коменданту. Кто Огарков? Огонь! Казаху своему ты теперь по гроб жизни обязанный. Если бы он эту бумагу не принес, держи. Это твой наградной к ордену Красной Звезды. Чтобы они решают, расстрелять тебе или наградить. Ищенко! Давай, на выход его. Спасти решил. Ты же письмо не дописал. Ты же не куришь. Да, не курю. Thank you.
Здравствуйте. Вас двое. Для двоих место найду. Пойдем. Держи. Вы, может, спать будете? Вообще. Меня мужа в прошлом году убило, при самом начале. На границе служил в Бессарабии. Тоже такой, как вы, был. Городской. С Майкопа. Спасибо вам. Вернетесь, когда заходите или вспомните. Руки убери! Руки убери! Руки убери! Успокойся! Терпи! Тряпку дай! Как он?
часа не проживет. Терпи, терпи, терпи. Сейчас. Лей. Сапоги, что? Сапоги. Терпи. Нет, чего? Сапоги. Потерпи. Не отдай. Я отдал. Потерпи. Как его звали? Рядовой Джурабаев. А имя? У вас гимнастерка в крови. Давайте постираю. Сорвешь, не на меня. Не для меня! Придет весна! Это Микола, сосед наш. Не пойду, говорит, за реку, все. Отвоевался. Я этого с гимнастерки нашла. Два гарков. Два скорострела. Да. А это человек. Вел вас туда? На расстрел? Да. Ну, значит, вы теперь можете туда не идти. Да, могу не идти. Но вы все равно пойдете. Да.
не спи. Есть. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Чего? Не узнаете? Огарков. Так тебя ж. Как? А вы не в штаб армии? Туда. Тогда нам по пути. Ну что там? Пока еще непонятно. Ну что там понимать-то, елки-палки? Он же сам пришел. По своей воле. Формалист. А он, между прочим, дрался в окружении. Запрос делали? Делали, делали, не кипятись. Никто его еще не расстреливает. Да иду уже! Я тебе позвоню с ближайшего телефонного пункта. Узнаю, как чего. Угу. Ты здесь будешь? Ну, а где еще? Лань. Чего? Он тут письмо написал, просил, чтобы ты отправил. Должны были быть на позиции. Ты ж капитан. Чтоб через 5 минут колонна была готова к отправке. Вам все ясно? Слушай, Огарков, ты ж капитан. Исполняйте. Так точно. Огарков. Здравия желаю, товарищ полковник. Какой тебе полковник? Не узнаешь? Ну, Синяй. Ну, здорово! Ой! Слушай, рад тебя видеть, чертяк, а? Я ж так не узнал, как тебе приговор вынес. Меня ж тогда ранили, потом госпиталь, ну и... Ай! Сейчас, подожди. Сейчас, подожди! Не поверишь? Летний год с собой нашел. КПЛО, ну живее, живее. Держи. Там внутри посмотри. Товарищ полковник, все готово, можем ехать. Эх, ладно. Давай, Сергей.